Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать портрет в стиле стрингарт. Ко мне поступил заказ на портрет в реализме, черно-белый, как, в общем-то, классический портрет обычный. Уже выбрали фотографию, и я решила записать это видео, потому что на моем канале уже есть работы в стиле реализма, но там нет портрета именно классического. Поэтому сейчас мы будем это делать. Советую вам смотреть от начала до конца, потому что в этом видео не будет никаких секретиков. То есть вот у меня есть заказ, я его начинаю выполнять, соответственно, параллельно снимать. Конечно, это будет все в ускоренном виде, но основные моменты, которые вы должны знать, если вы хотите научиться делать такие портреты, будут присутствовать. И не обязательно брать то, что использую я, вы можете использовать свое воображение, фантазию и брать другие материалы. И если вам понравится, я надеюсь, вы поставите лайк и, может быть, даже что-то напишите мне хорошего, а может быть, плохого. К сожалению, у YouTube новая какая-то система аналитики и алгоритмов по показу видео. И мне очень хочется, чтобы это видео увидело как можно больше людей, может быть, это вдохновит их или придаст сил. Не знаю, просто если вы никак не реагируете, к сожалению, YouTube не подхватывает это видео и не распространяет его. Так что вот так. Приступим.
Ну вот, пожалуй, и все. Портрет готов. Результатом я довольна. Насчет похожести судить вам. Но я довольна. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я обязательно отвечу. Также подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Это очень важно для развития канала. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока!